Несколько недель тяжелых репетиций, оформления визиток и образа. В режиме нон-стоп живут самые добрые красавицы Брестского медицинского колледжа. Времени на отдых нет. В учебе отставать тоже нельзя, потому что выбрали для себя, пожалуй, одну из самых серьезных и ответственных профессий. В своих визитках девушки делятся секретами, как не сломаться в сложной ситуации, какие качества отличают их от других претенденток и почему каждая из них достойна нового статуса. Хочу пожелать девочкам, чтобы они были открытыми, вот, и самое главное – это то, что вот есть у них, то есть все, что они хотели вложить в этот конкурс, пускай они подарят нам именно сейчас на этой сцене. Наши педагоги и учащиеся ежегодно активно готовят это мероприятие. Это мероприятие прежде всего посвящено профессии медицинской сестры и фельдшера-акушера, помощника врача по амбулаторно-поликлинической практике. Наш конкурс прежде всего носит профессионально ориентированный характер. Несмотря на то, что он называется громко «Мисс Милосердие», все-таки милосердие здесь главное. Центральный конкурс на эрудицию. Первокурсницы соревновались в умениях качественно и оперативно делать перевязки. Конечно, самый зрелищный и запоминающийся аккорд конкурса – медицинская фэнтези. Перед будущими медсестрами стояла непростая задача – создать оригинальное платье из медицинских материалов. В ход пошли медицинские перчатки и даже шприцы. Ярко и необычно, никто не спорит, однако сами девушки сосредоточены на другом, на главном. Нужно иметь доброе сердце, нужно быть доброй, отзывчивой, помогать не только своим родным и близким, но еще и окружающим, и не требовать ничего взамен. Это нужно делать от души. Не обошелся конкурс без творческих сюрпризов. В номерах художественной самодеятельности каждая из участниц стремилась запомниться членам жюри. Кто-то удивлял музыкальным талантом, кто-то хореографическим или инструментальным. По итогам конкурса победу одержала Диана Мойсак. Однако кроме почетного титула, на плечи девушки возлагается ряд задач. Мисс Милосердие у нас привлекается к участию в общественно полезных мероприятиях, во всех конкурсах, в жюри. Она оказывает помощь участникам в подготовке различных творческих мероприятий. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».